Герой, погибший в начале повести, давно стал моим тотемным персонажем. Немного сладости, ни капли совести. Та самая женщина с приличным стажем. Кажется, так не принято в мире сказочном убивать героя в начале повести. Но поверьте, вам только кажется. Садитесь удобней. Прошу приготовиться. Вы точно не помните его имя и отчество, цвет волос, одежду и привычки. Да и самому ему жить не хочется. Смысл жизни в одной страничке. Пробегая глазами по строчкам, гарантирую, вы пройдете мимо. В жизни также бывает точно. Человеческое сердце ведь очень ранимо. Вы приходите в жизнь человека без стука. Нагло так, размашисто, упорно. Срываете обои, бьете стекла, вываливаете белье, матерясь упорно. Вы живете в его спальне. Имеете наглость по утрам требовать кофе, ссылая на все на свою уникальность. Конечно, вы в этом профи. Увы, на вас хватает лишь на время. Хочется посмотреть на других, а точнее попробовать, как банку самого яркого джема, спрятанную далеко на забытой полке. Без угрызений совести соберете все вещи, оставив героя с грязным бельем и остатком совести в комнате, сотканной из тоски и трещин. Он погибнет в начале повести.